важно, кто ты. Для тебя моя песня приветствие. Счастье, как слияние стремительных рек. Что охвачено страстью познать глубину неизвестного пути. Недавно вышел второй альбом, и часть песен мы будем с него сейчас петь. А часть не с него, а часть на следующего, который еще не записан, но который мы хотим записать в этом году. Надеюсь, получится. У нас очень красивый фон за вами. Очень картина вообще шикарная. Войди в сияние.
это ночам и дням.
первого диска нашей песни. Обратный пустились друг друга.
называется «Она».
поем у реки, будем в следующей песне «Ясень». Написалось в Крыму. Чудесном месте города. Вася просил посвящение уходящему. Да, надо его обязательно будет завтра на концерт спеть.
песня тоже с первого альбома, посвящение уходящим.
песни, мы ее только делаем. Все можно, мне кажется. Thank you.
недавняя песня, еще не записана она у нас. Наверное, в третий альбом она войдет. Вот потом, после концерта, у нас есть альбом, и можно будет подойти. Они вот лежат. Слово. Thank you.
третьего альбома, которого еще пока нет. Надеюсь, он будет. Обязательно. Ну, я-то точно. Thank you.
Все наши имена.
получается. Всем вам.
современными стоят. Мы с ними в Крыму познакомились, случайно заехали в Храм Солнца, там переночевать. На утро просыпаемся, там машина стоит, и мужчина и женщина. Мы разговорились. Они ездят, и вот литьем занимаются, у них переносная мастерская. Вот они стоят сейчас под Дольменами, там, где кафе «Привал». У них такая круглая штука, вот, очень классно, ребят. По нашей наводке сюда приехали, теперь здесь. Мы вам последнюю песню сейчас споем. Это Дольменчик такой. А вы уже пели тут, девушка, пели ты уже песню? Я был у вас на понедельник, зашел на сказках, вот были сказки, и между сказками пели песню. Ну, я много раз пела. Там были от двери, что такое было, припев. Какая? Я не помню, я на диктофон записал, но вы, наверное, уже спели ее. Я думаю, что, может быть, мы ее сегодня и не пели, потому что может, те, которые... Это почему? Мы пели некоторые. Ну, я Синьор Ким. Концерт вечером, и на нем мы тоже будем петь, так что подходите, где-то, наверное, после 7 будет гала-концерт. Сцене, да? Это где, на да. сцене, на главной? На главной сцене, да. И, насколько я знаю, завтра, скорее всего, начнется марафон песенный. Он будет длиться, там, не знаю, сутки, сколько, пока будут петь. Пока будут петь, да. Я не знаю, скорее всего, начнется где-то второй половине дня. Сегодня в 7 начало гала-концерт, когда мы там будем петь, я не знаю. 6, значит 6. Я. Может быть 6. Так что приходите пораньше. Но знаю, что проводится, они будут, скорее всего, часов до 6. Ладно, это вот завершающая песня нашего альбома. С песней «Попутный ветров». Благодарности вам и пожеланиям попутного ветра вам в жизни. Проводником самым верным нам будь сквозь километры дней.